В 9 супермаркетах Махачкалы появились тележки «Добра». Теперь каждый желающий может купить набор продуктов и оставить их для малоимущих граждан в специальном боксе в магазине. Когда тележка «Добра» наполняется, волонтеры формируют из продуктов наборы и развозят их всем нуждающимся. Напомню, проект проходит в рамках всероссийской акции «Мы вместе» от ОНФ. У Кадыра Абдулазизова подробности. В этой тележке стандартный набор продуктов первой необходимости. Это крупы, соль, сахар, реже хлеб и молоко. Стартовала акция всего день назад, а уже несколько таких тележек доставлены нуждающимся. Она заполняется у нас активно, очень даже. Покупатели наши делают благотворительность для малоимущих, для инвалидов. Оставляют очень много и часто. Коллектив магазин делает. Только вчера мы установили эту тележку совместно с магазином. И уже вторая, получается, полная тележка. Мы вчера ее переполненную выгрузили, и сегодня она снова уже полная. Гаджи Магомедов один из первых, кто получил тележку «Добра». Несколько дней назад он обратился за помощью в Общероссийский народный фронт, и к нему уже приехали активисты со всем необходимым. Здесь не только продукты, но и дезинфицирующие средства с медицинскими масками. Приятно, что стариков не забываете, помогаете. Каждый может быть тоже стариком, тоже, которые были молодыми. С начала акции тележки «Добра» установлены в 9 крупных супермаркетах Махачкалы. С каждым днем количество их будет увеличиваться, говорят активисты. К нам приходит более 20 заявок. Мы стараемся исполнять их день в день. И каждый, мы оформили уже около более 250 заявок, уже выполнено. Все пенсионеры, инвалиды и маломобильные граждане, обратившиеся за помощью, будут обеспечены продуктами первой необходимости. Оставить заявку можно, просто позвонив на горячую линию акции «Мы вместе» по номеру 8 800 234 11. Кадыр Абдулазизов, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров. Время новостей.